характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. А если будем друг друга прикрывать, все путем. Чусов! А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Но работа. Смотри, не задень банки. Ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от башек. Тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Врагу не сдается наш гордый валет. Пощады никто не желает. Ну-ка. Надо, походу, завязывать бубло. Что за... Там за движуха, бля? Ну где? Не, походу, блин. Ну что за житуха? Что тут, блядь, как лошара? А братва караваны на... А ну чё? Не нравится, пускай ещё, и всё! Опа-опа, нифига, деньги-то, ха-ха-ха! Я думаю, делать с ней пиво. Как дважды два, нам. Васян принял двоих, остальные всё бросили, давай сматывать. А мы сидели в боковом туманчике, ну и они прямо на нас! Как свиней всех перерезали, да? Не надо свиньи. Ну, так. Ну чё, пустим попасть. Сколько получается набрать? Да не особо. 5 пушек, чуток патронов. Эти жердяи тоже на себя с матьёй грибы. Дерьмо всякое. А что там за персонаж с тобой был? Хозяина каравана.
Наш главный хочет за него выкуп. Тот же вес, но в патронах. Да ладно. Ничего себе. А этому тюфяку просто глотку бы вскрыл. Ну, главный у нас же стратег, блядь. А ты солдат. Чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. Противогаз, живо! Ну, давайте! Вылезайте, смотрите, гребаные! Папа пришел! Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву.
Все. Теперь все ништяк. Можно идти. Качели, мать его, бога душу. Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зубам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошатал по жмурам. Может, найдешь чего? И двинь. Централа.
Типа страшно. Проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упырей! Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня гада прет! Его. Эти ребята вообще юмора не понимают. О-хо-хо-хо! Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон, собственной персоны. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как кто к нам пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча, а я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие?
на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. И двигайся. Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Бля, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработать дадут, ну там типа дерьмо разгребать, будем считать, что повезло. Ну, на Ганзу нам пути нет, но зато... Слышишь, держи патрон, пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. Я пойду перетру кое-ски. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Может, самогончику навернуть? И все же вблизи со свиньями вода. Прикупи себе красивой одежды. Почувствуй себя гламурным. Мама, мне деньги не дают. Расскажи бесплатно. В общем, от Сухаревской к ближайшей обитаемой станции Дунай очень долгий, потому что Сухаревская станция проклята. Заброшена 14 лет назад. И чтобы от Сухаревской до Китай-города добраться, надо обязательно... Мы тут им вчера кошку побрили. Кошка довольна. Дай пять. В смысле, руку. Ни боковых туннелей тебе, ни шахт. Деться из него даже некуда. А через день бывает, кто-нибудь наслушается про то, какой это замечательный туннель, пойдет в него один, и все, вспоминай, как звали. Бесследно. Бери, их совсем немного осталось. Договорились. Нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. Они заговоренные звезды эти. Гипнотизируют. Приходи в другой раз. Или что-то вроде отличная того. Сделка. Посмотришь раз. И... Мам, а мам, купи мне крылья. Вы слышали? На проспекте Мерк-Концевой запретили дождь. Если кого-то еще на кухне разводят, то это все скончается. Думаю, в питерском метро должно быть мягче. Там ведь есть станции, которые подлучше наших. Не хотел бы сомневаться. И по Кремлю они, вместо того, чтобы ракеты бить, покрытались биологическим оружием. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Зашибись. Все, выдвигаемся. Потому что оружие всех внутри сожрало. Но зеленым человечком это ни о чем не знает. Бороться с ним уже к тому времени было некому. Поэтому так ревно такое не стоит. И тронут. Эх, никто меня не слышит. Нет никого. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Бурбон? Это Москва. Будто сам не знаешь. Станция метро, проспект Мира. Я уже Михи забашлял. Люди, если но вы мне живы, ты ничего не плати. Слышит ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, прием. Платить не обязательно. Вот дерьмо. Если меня кто-нибудь слышит. Приятно с вами иметь дело. Да ладно.
Шутка. Никто меня не слышит. Нет, никого. Все на С готовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. Станция метро, проспект Мира. Люди, если вы живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Это Москва, прием. Если меня кто-нибудь слышит? Кажется, все чисто. Давай. Удачи, Сима. Надо валить отсюда по-быстрому. Пошли, пацанчик. Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо, когда видишь город, в котором когда-то родился и в котором теперь властвует чудовище? «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбо. «Добро пожаловать домой». А теперь будь очень, очень на стрёме. А вот и счастливые, мля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует, вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастерят, куда добычу сталкивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, ну как добазарились. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, нычкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Давай, прыгай! Я тебя поймаю!
Да что ж мне так не прёт-то, а? Придется тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть укреппозиция Ордена. И не тормози. И главное, Артём, главное, не ешь желтый снег. Какого хрена?
Меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Почти. Почти пришли. Еще один двор остался. Совсем слетел? Давай вперед двигать. Вот дерьмо! Слышишь это? Давай понемногу отходить. Вон эти уроды! Бери право! Главное что, помнишь, Артём, помнишь? Главное, желтый снег не есть. Помнишь? Возвращались в метро.
Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильная. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда свинтить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Давай сюда рожок. Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Червон. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. Хозяин, так и хозяин. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет, тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись.
Это что за проблема? Говорили мне не жрать эту дрянь. Да я тебя сожрать, если первый не придется. Вот бы... Давай сюда рожок. Да ты иди! Опять она проиграла. Ты ну да. Все, боже, ты понял. Давай, черт. Погоди, погоди, я сейчас вернусь. Ну что же... Смотри, штаны не потеряй. Давай, моя прелесть. Ты чё, ты уже вот, что ли, а? Два рожка. А ну чё там, чё там? Чувака, которого они сейчас поймали. Нет. А кто это? Бурбон! Да ладно, хорош, что, правда? Ну, безбашенный перец. Идиот, вот он тут. Какого он летит?
Я бы не понял. Скукота! Ласка бы сюда попала. На перо поставить уже занять. Надо, походу, завязывать буквы. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это одноглазый или гонокор? Что за... Опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Что ж, мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами.
Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель. А он знает меня. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Идем же. Смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум, раум, ом. Алаум, раум, ом.
Кастанай лапи остарем манта. Кастанай лапи остарем манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапи. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Сосредоточься. Несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Идем же. Сосредоточься. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Замри. Разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Будь осторожен.
Дьявол. Готовься. Чудовища возвращаются. Оно и происходит. Живой пример. Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Смогут помочь тебе. Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего.